Всем привет, друзья мои хорошие, с вами Спигирь. Мы поиграем сегодня в BMG Drive. Мы будем ехать навстречу вот такому грузовику с конусом. У нас будут обычные легковые машинки. Я буду каждый раз менять машинку. Хорошо, уже подъезжает наш танкер. Может сказать, даже и танкер, слушай, как поезд едет и просто дымит. Ну-ка, замедляй время, просто практически рядом со мной. Ух ты, жесть, как он поднимает кверху нас. О-о-о, это просто экшен. Почему я раньше не играл в эту игру? Это будет просто трэш. Нормалек врезался и просто подлетели кверху, просто вдвоем. Хо-хо-хо. Вот это зрелище. И все это с замедленным действием. Это просто зрелище, друзья. Походу, все-таки ему досталось тоже. Ах, нормально. Хорошо, мы сделаем уже встречные столкновения. Хорошо, поехали. Вот так на дыбы. Ну, практически на дыбы встали. Тачка у нас очень скоростная и очень шустрая. Надеюсь, он набрал скорость достаточную, потому что мы просто... Воп-воп! Просто припечатались, и наша тачка просто разломалась пополам. Ух ты, жесть, уж, друзья. Это реально очень крутая игра. И почему я раньше в нее не играл? А грузовик-то, он стоит на месте. Он поехал дальше, а мы уже просто расплющились. Интересно уже посмотреть на другие машинки, на модельки. А с танкером у нас все в порядке. Да, только упали глушитель и все. Ух ты, что от нашей тачки осталось-то? Да ничего. Двигатель остался на месте, даже не вылетел. А как у нас, может, из кабинки? Ну, в кабине у нас, конечно, жесть. А танкер поехал дальше. У нас есть вот такая полицейская тачка, включил мигалки. Хорошо, поехали. Даже можно сделать такие полицейские погони. Думаю, будет довольно интересно. Можно даже сделать две машины и уже преследовать их. Хорошо, мы приближаемся к нашему танкеру. И даже не знаю, почему, может, по центру прям. О-о-о, нас просто закрутило. Интересно, как будет с кабины смотреться. О, реально просто закрутило. Жестко как. Глушитель уже отпал, бампер отпал, конечно, и колеса отпали. Передние и задние колеса. Что у нас с танкером? Ну, походу, наверное, сошел все-таки с пути своего. Потому что машина очень тяжелая, конечно. И, походу, все-таки она еще поворачивать будет даже. Да, она еще поворачивать пытается как-то. Пытаемся еще даже газовать. 1927 года. Хорошо, включил фары для эффектности и набираем скорость. Ну, давай же. Да, очень как-то бело. Машина очень тяжелая. Раньше делали машины, конечно, из металла, не то, что сейчас делают. И практически встречаемся. Воп-воп. О-о-о. Колеса уже разлетелись в разные стороны. И танкер продолжает свой путь. Вот это жесть. Фары реально разлетелись, но они продолжают еще гореть. Кстати, можно включить и выключить. О-о-о. Фара валяется на земле, она у нас работает. Танкер просто нас снес. Крыша, как задралась крыша-то. Можно маленько даже приблизить. Камера здесь, конечно, очень удобная. Кстати, у нас он поворачивает. Да, пытается еще что-то повернуть направо-налево. И пытаемся еще даже газануть. Нет, газ, походу, уже не работает. И задний тоже. Ну, говорит, кстати, пытается. Пытается завести машину. Теперь у нас Toyota 80-го года. Двухместная, каркас безопасности отсутствует. И также крыша отсутствует. Не хотел бы я оказаться внутри этой модельки. И что он уже у нас? Приближаемся к танкеру. Просто можно дать из кабинки. Хо-хо. Вот это будет жестко, конечно, можно даже из кабины, как будет смотреться, можно даже и трехмерно. Ох ты жесть, движок просто сразу же отлетел. Походу, инженеру придется подумать, как скрепить его посильнее. Слушайте, реально, моделька очень сильно повредилась, можно маленько ускориться. Колеса практически остались на месте, и вот колеса у нас такие очень хорошие, но видно, даже маленько заживал как-то. Хорошо, давай приземляемся уже. И движок сейчас сверху падает. А где наш движок? А вон где он? Фу, как слишком далеко. Какая-то текстурка тянется еще к нему. Да, моделька осталась. А, руль как-то в воздухе висит даже. Что у нас с грузовиком произошло? А, конус повредился. Конус какая-то запчасть осталась, походу. Ого, вот это припечатали хорошенько. Да, очень сильно повредили мы конус. Это моделька трехколесная. Ну что, поехали. Такая машинка маленькая, миниатюрная. Включил фары, чтобы для эффектности смотрелось. И посмотрим, сколько останется колес просто остановить нашей фуры. Даже не знаю, можно бачком, можно маленько даже дрифтануть. Ну, замедляй время уже. Ух, оху, нас просто скребли, и задние наши колеса разлетелись. А где наши колеса? Вижу одно колесо, второе, и какие-то запчасти еще. Ну, в принципе, водитель там бы, наверное, все-таки выжил. Ну-ка, включим с кабинки. Ох, мы даже переместились. Спидометр. Что это произошло с спидометром? По идее, мы должны сидеть тут. Что произошло с грузовиком? Даже запчасть валяется. Колос даже не повредился, потому что моделька реально очень маленькая, миниатюрная, и практически ничего не повредили
нашему сопернику. Фара, кстати, работает, а вот нашему заду досталось. У нас есть российский автопром, друзья, это Нива. Хорошо, поехали. У нас также есть Волга, есть Копейка, есть Девятка и даже есть УАЗик. Сегодня, конечно, возможно, мы посмотрим, а возможно и нет. Но хорошо, посмотрим, что останется от нашей Нивы уже после столкновения, лобовое столкновение. И что-то мы содрали с грузовика и падаем прямо на крышу. Хо-хо-хо, отвалились запчасти даже. Но моделька, в принципе, очень неплохая, колеса уже отпали. Даже развернули, там какой-то пошел дымок у нас. Глушители отпали, и походу все-таки он сдался. Нету, пытается еще газовать. Да, будет какая-то текстурка в конусе, а наша Ниве тоже досталась довольно сильно. Колеса все-таки отпали в разные стороны. У нас есть такой же грузовик, как и у нашего соперника. Только, конечно, без конуса, можно же и поставить с конусом. Хорошо, мы уже будем пытаться остановить этот грузовик, потому что уже как-то слишком много машин было уничтожено. И интересно, что же будет против грузовика такого? Хо-хо! Наш грузовик гораздо больше, чем соперника, и все-таки нас просто смели с дороги. О, как мы цепанулись-то. Из конуса торчит какая-то текстурка довольно уже большая. Ну-ка посмотрим поближе. Ох, да, он даже задымился. Вот это было жесткое столкновение. Мы практически его остановили. Он стоит на месте уже и никуда не едет, даже не пытается что-то еще ехать, буксовать. А нашему грузовику тоже довольно сильно досталось. Мы тоже маленько дымимся уже. Какие-то запчасти даже свисают. Через текстурку, что ли? Да, через текстурку свисают какие-то запчасти и просто болтается. Какое зрелище-то. Друзья, у нас есть такой же грузовик с таким же конусом. Хорошо, поехали, даже не знаю, чей грузовик подлетит выше, соперника либо наш. А как будем оценивать, кто победил, даже не знаю. Ну, вот такие у нас есть глушители, слева и справа. Чьи глушители упали, тот и проиграл. Ох, давай, выделяем время уже. Хо-хо, подлетели вместе и просто поцеловались. Глушители у всех отпали, даже не знаю, двери нараспашку у той и у другой модельки. Ах, даже не знаю, кто же победил все-таки. А машинка дымит, кажется, больше соперника, чем наша. Это, мне кажется, одинаково. Текстурка вылезла. Хорошо, друзья, эта погода просто у нас ничья. А если всем понравилось, мы увидимся в других роликах. А с вами был Спикер, и до новых встреч. Всем пока!